Друзья, всем привет! Я сегодня на смене. Сегодня небольшой ветерок будет. Температура воздуха до 27 градусов тепла. Друзья, сегодня будет тоже очень тепло. Мы с Батоном на дежурстве. Батон, что, солнышко светит, да? Покушать, что тебе там насыпали? Тебе тут сухарей насыпали. Вон, что ты недовольный. Вода у него есть? Вон, что ты недовольный, да? Ты куда? Батон, ты чё? Ладно. В обед сейчас поедем. Возьму обед. Ну, что-нибудь дадут, я ему тогда покладу. Или положу тебе. Чё там тебе? Котлетосов? Да, ты без котлетосов никак. В обиде, да? Ну, ладно. Вот на этом транспорте мы съездим. Завтрак я уже привез. Завтрак привез, за обедом, за ужином, бам-бам-бам, жду заявку. Делать мне, друзья, нечего. Загнал соболя. Перед этим, короче, не стал показывать. Перед этим я помыл лобовое стекло с внутренней стороны. Стеклоочистителя не нашел, нашел тысячку у себя. И тысячкой, короче, помыл. И вроде должно быть хорошо, друзья. Сейчас развернусь, чтобы на солнце не стоять. Опа! Развернемся. Ну и вот, я помыл стекло, потому что температура воздуха начинает падать. Начинаются какие-то туманы и тому подобное. И, короче, стекло до такой степени потеет, что ничего не видать вообще. Ну, вообще ничего не видать. Сейчас я его помыл. Не знаю, должно вроде быть было замечательно. Ну, вот с этой стороны, как говорится, с наружной должно быть видно. Ну да, побелело. Это отщеток немножко тут. Побелело. Ну так, надо это оттереть. Это, друзья, не знаю, что. Это с внутренней стороны, что ли? Так, надо еще пошуркать. Сейчас пошуркать. Это мне не нравится. Опа! Опа, кофе уберем пока. Сейчас потрем. Что за фигня? Я хорошо протирал. Не знаю. Это стекло мне, друзья, кажется, его, наверное, лет так, наверное, 5 точно никто не протирал. Ну, вообще, наверное, от слова вообще. Я эту тряпку 4 раза хозяйственным мылом мыл. Чернота была. Хозяйственным мылом. Что-то не протирается, не могу понять. А, это значит не с внутренней, это с наружной, друзья. С наружной, о. Ух ты. А я что-то закипишевал. Ну ладно. Протер. Сейчас тут еще протру. Не знаю, вроде добился желаемого результата. Сейчас еще разок протру и посмотрю. Хочу, чтобы блестели, как у кота. Ну вы поняли. Люблю, когда чисто. Просто должно быть чисто. Друзья, должно быть просто чисто. Опа, тем более стекла. Так, надо тряпочку. Тряпочку принести сухую. Еще одну. Ой-ой-ой. Бам-бам-бам и бам-бам-бам. Сейчас какую-нибудь найдем. Честно. Протрем все. О, хочется же. Фу, мокрый весь. О. Ну, на 6-й раз я его. Друзья, ну никак не могу добиться нужного результата. Все равно какие-то есть небольшие разводы. Ну, ёпарасоте, блядь. Его чё, блядь, вообще никогда не мыли, что ли? Представляете, все равно есть какие-то разводы. Блин. Что ты будешь делать, а? Что ты будешь с ним делать? Ну, то мне не нравится, бляха-муха. Надо придется еще потереть. Ну, что делать? Надо сделать, чтобы было все прекрасно. Ну, вроде все. Не, ни хрена не все. Блядь, сейчас я вообще разобью это стекло. С одной стороны нормально, с другой стороны нет. Да что ты будешь делать? Японский городовой.
Ну все, с восьмого раза я практически, друзья, сделал. Так, чуть-чуть осталось, еще немножко. Но у меня уже просто сил нету. Надо пойти принять душ. И тогда по-новому еще немножко пройтись. Чистую тряпочку найти, и все. Вроде как бы нормально все. Фу, вот это да. Вот это я дал. Фу, друзья, потеплело, не на шутку. Не на шутку потеплело, а мы съедем за обедом. Да, Батон, ты кушать же хочешь? Хочешь. Сейчас съездим. Батон, Батон. К обеду, да, оживился, говорит, выспался. Так, я обед привез, Батон. И батончику. Батону насыпал плов. Ну, из перловки. Такой. Блин, он что-то не стал его есть. Что-то не хочет. Ну так, что-то поклевал, что-то и все. Сухой корм тоже не хочет. Ладно. Не хочет. Я немножко тоже супчика поел, перловки поел. Ну тоже что? Тоже надо. Тоже надо. Кофейку налил. Хочу сейчас посмотреть все-таки. Отмыл я, не отмыл. А лобовое это стекло, друзья. Вот здесь мне не нравится, здесь какие-то вот потеки. Вот я не знаю, я тер. Никак не могу. А здесь вот отлично, с водительской стороны. Здесь вот немножко не могу понять, что это такое. Что-то не отмывается. Что-то непонятно вообще. Как так-то? А так отмыл хорошо. Отмыл хорошо. Вот с этой стороны смотрю, ничего не видно. Вообще ничего не видно. Все нормально. А когда с наружной стороны, то какие-то вот потеки. Немножко. Ладно, ладно. Да? Ты что в позу встал такую? А? Батон, ты что в такую позу встал? Ой, какой ветерок хороший, ветерок. Ой, какой ветерок хороший, да? Ласкается, да? Ласкается, да? Чё там унюхал? Уткнулся между ног, балдеет, да? Чё ты уткнулся? Чё? Медслужба, Соболь. Да, Батон, буду тебя вспоминать. Соболь, медслужба, Соболь. Батон, Соболь. Играться хочется ему. Ну все, 18:35, наконец-то мы поехали, друзья, с вами. Сейчас съездим на заправку на Зарю и потом прибегом съездим в краевой центр переливания крови, прокатимся. Всех я накормил и завтраком, и обедом, и ужином. Все довольны, все смеются. Вот сейчас на солнце я вижу, что я очень хорошо помыл лобовое стекло. Вот немножко в том углу есть какие-то потеки, я не пойму только с какой стороны. То ли с внутренней стороны, то ли снаружи, но я мыл. И надо домыть. А здесь вообще у меня прекрасно, вообще все. Ой, блин, я обалдею. Друзья, я просто обалдею. И
Так, мы заправились и поехали. И поехали в центр. Ух ты, какой додж едет. Вообще красавчик. Если я не ошибаюсь. Красавчик. Инфинити тоже неплохо. Так, на путепроводе все спокойно. Вообще. Так. Сейчас посмотрим, что на первой речке. Опа. Тоже все отлично. Сегодня же суббота, все отлично. Едем уже обратно, думаю, если пинце работает, остановлюсь, куплю пинце себе. Ну, просто захотелось просто. Просто захотелось. Блин, не работает, уже не работает. Ну да, 19.26 уже не работает. Ёпарасоте. Обидно, досадно. Ну ладно, что теперь делать? После перловки, столовой перловки, хочется пинце. Че оно недорогое там, 130 рублей стоит, блин. Ах, сейчас бы с удовольствием бы съел. Ой, какой он вкусный пинце. Ой, а слюнки потекли. Ладно, в следующий раз. Как всегда, друзья, в следующий раз. В следующий раз. Опа. Ну все, мы тут уже сейчас на путепровод. Бам-бам-бам, бам-бам-бам. Блять, да заеб. Так, интересно, что это за аппарат такой едет. Первый раз вижу с такими огнями. Гонжи, что-то. Ну какая-то китайская шляпа. По-любому. Гонжоу. Или что-то типа того. Ну да. Китаёза. Ну так красиво сзади. Габаритные огни, так прикольно. Ничего, сойдет. Фу, приехал, друзья. Дела тут поделал немножко. Да пошел в этому барбосу. Блин, ничего он не съел. Батон, вообще ничего не съел, друзья. Вообще, ни суп, ни перловку, ничего. Ждет, когда я ему наложу котлет. Конечно, что. Вот у него тут котлеты, сейчас мы вытащим, ему дадим и посмотрим, будет он кушать их или нет. Сейчас, секундочку, опа. Так. Все упаковано, серьезно. Опа. Ладно, пусть ест. Это все. Сейчас посмотрим, будет есть или нет. Давай. Сухари он немножко поел. Кушай, надо. Что-то на меня смотрит. Стесняется, что ли? Сейчас посмотрим. Фу. Помыл руки. Сходил на помойку, все убрал. Не ест, представляете? Блин, ну видно, или ему жарко, или ему что, не знаю, или может наелся. Ну, не ест батон. Даже фрикадельки не ест. Батон, ну что такое? Смотрите. Ладно, будет голодный, съест. В общем, что еще хотел сказать. Я туда на помойку хожу, все выбрасываю. Мусор, там остатки еды и тому подобное. И тот раз на смете заметил, и сейчас заметил. Там
кошка какая-то, друзья, рыженькая. Видно, нет? Я сейчас ей положил вон покушать. Вон она, у помойки. И мяукает. Но выглядит хорошо, кошка выглядит хорошо, но мяукает что-то. Я выбрасывал, вот эта собака, что не съела, положил ей вон на плиту там, у помойки. И она сейчас кушает. Блин, еще к нам одно животное пришло, голодное. Ну, надо кормить. Мяукает, не знаю, значит, может кто-то бросил или потерялась кошка. Ладно, пусть кушает, ничего. Буду знать. Завтра, может быть, с утра что-нибудь ей там тоже положу. А батон, что он, объевшийся батон? Батон, он и в Африке батон. Ну все, что, буду принимать душ. Прилягу у себя, как говорится, на коечку. Опа. Прилягу себе на коечку. На коечку. Буду отдыхать, буду ждать звонка. Может, вдруг кто-нибудь и позвонит. Мало ли. Вот у меня все готово. Может, кто-нибудь позвонит. Сейчас еще поужинаю. Попью компотика или кофейку, или чайку. Посмотрю, на что настроение будет. И все. Такие пироги. Ну все, опять у нас тут уточная поездка. Друзья, съедем сейчас, заберем поваров, пищеблок, бам-бам-бам, бам-бам-бам. Ну, можно сказать, что мы уже с батоном отдежурили. Сегодняшние сутки мы отдежурили. Осталось привести людей, навести марафет в конторке и все. И по домам. Ну все, мы отдежурили с батоном. Да, батон? Батон, батонище. Что там, сел? А я ходил к нему, смотрел. Он там, короче, все фрикады. А, нет. Оставил еще. Ай ты, не голодный, да? Ладно, все. Не морай меня, все. Ну, дежурили мы. Сейчас я съезжу еще в детскую инфекцию. Там еще надо коробки привезти, отвезти и все. Отдаем машину, надо еще сполоснуть, наверное.